Доброго времени суток. Репортаж из гаражей. Такая конструкция, мангал с жаровней. Есть о чем рассказать. Конструкция, казалось бы, весьма простая, но у нее есть ряд преимуществ, которых я сейчас вам расскажу. Начнем по порядку. Одной ножки до другой 150 сантиметров, то есть полтора. Здесь вот столик 30, практически 70. Здесь 10 здесь остается, сюда вполне могут зайти вдвоем, даже как-то один облокотиться, другой сюда, закусить, как вы понимаете, выпить. То есть практичность у этой конструкции одна. Смотрите, какие столбы мощные, 40×40 двойка. Почему? Потому что тут экономить уже нельзя. Там может 25×25 не надо, вам серьезно говорю, потому что все-таки 1,5 метра. И еще посмотрите, здесь какая прожильня, я изменил, первый раз так я сделал. 40×25 двойка. Почему? Объясняю, легко. Посмотрите, еще вот там усиление 40×20, здесь усиление 40×20, да? И здесь борта 40×25, и здесь такая же труба. Вот, 40×25. Вот под самим столом, сами видите, уж каркас проходит сюда, до конца связывается. Вот швы еще отсюда у меня идут, здесь идут, все связано, чтобы крышка еще связывалась. Там все надежно проваренные швы, вот вы можете внимание обратить. Здесь, 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 посмотрите, варено. То есть не какая-то капля, можете убедиться, что тут все надежно. Ну и также тут, здесь. Потому что жаровня, посмотрите, из шестерки 80×35 сантиметров. Еще проходит уголок. Очень тяжелый, 30 кг точно. Вот я ее вставил, я думаю, всем понятно, что она тяжелая, будет нагреваться со временем. Естественно, сразу никакой деформации не будет. Но если рассчитано на долгие годы, как я стараюсь, например, делать, а не так. Тяп-ляп, то есть... Вот здесь у вас будет 25×25, она просто-напросто может у вас подогнуться со временем. Вот еще, конечно, проходит усиление, как я говорю, и там два усиления. Видите, чтобы стол держался, то есть вся конструкция по периметру завязана. То есть я люблю запасом прочности. И видите, жар будет выходить, то есть у вас вот сюда может. Даже если вы не будете делать там вот эти вот отверстия, жар там, допустим, не здесь будете, все равно от жаровни будет идти сюда жар, и вот это у вас тоже труба будет нагинаться, и оттяжешь там, где-то там 30 или... Может, у вас шашлыка еще, да, вроде там 40 кг, она у вас начнет
в дугу со временем, я так думаю. Все решил вот так вот усилить. Боковое усиление тоже нужно, чтобы связывалось вся конструкция. Я использовал кладочную сетку. Размер там общая 37-38 сантиметров по ширине, длина, как вы понимаете, 1,5 метра. Очень удобно, здесь и кастрюли можно поставить, и дрова разместить без проблем полно. Столик очень большой, приличный, шириной 37 сантиметров. На таком столике, как вы понимаете, можно много всего очень разместить и сделать здесь до отдыха, закусывать прям тут. Я вспомнил, все делал одну версию, профлистом я зашивал вот эти вот боковины. То есть человек от солнца вообще был прекрасно закрыт. Сам мангал, как вы видите, с прорезями, много отверстий для тяги. Я его хочу планировать. Многие ругаются, не нужны они отверстия, вечный спор идет, да. Все говорят, сделаю 12-13 сантиметров без отверстия. Я согласен, говорю, когда вы уменьшаете, если высоту, то, конечно, отверстия там вам не нужны, потому что у вас сама по себе будет тяга. Там отверстие, если мангал, но за счет заужения. Если мангал у вас там 17-18, то, конечно, нужны отверстия однозначно. Вот. Что касается ручки. Видите, ручки декоративные, с двух сторон варим, все надежно. И вот так вот брать, чтобы у вас рука тут залезла без проблем. Я специально так все продумал, оставил, то есть, чтобы рукой не биться. Вот такие. Из полосы 4. Видите? 40-я полоса 4-миллиметровая. Посмотрите, еще сама конструкция, как говорится, здесь 150, а так у нас на 100, а по листу у нас 177 и на 120. Смотрите, то есть тоже все очень довольно-таки удобно. Листы я взял с 10-й вагон, крыша, вид сверху. Я считаю, что размер 177 на 120 вполне прилично, я считаю, закрывает довольно-таки большую площадь. И, в принципе, вас будет укрывать и от дождя, и от солнышка. Кто хочет больше, можем всегда сделать больше. Да, но, естественно, цена уже будет. На саму крышу я использовал трубу профильную 40 на 20, видите? Вот так вот сюда ее загнал. Поставил более декоративную, как вода там, чтобы не попадала. Ну, теперь о главном, наверное. Цена, сколько это стоит? У меня вся конструкция, сама конструкция стоит уже, допустим, в продажном виде, или за сколько бы я ее продал, будем так рассуждать. Вот, 12 тысяч рублей. Вот она, вместе с профлистом. Профлист только стоит 1000. Два листа здесь я резал, стоит 1000 рублей. Спасибо за просмотр, смотрим еще фото, как обычно.